Передай привет подписчикам. У нас тренировочка опять общая с учениками, с Коляном. Колян еще не пришел. Материал площадки. Но сегодня у нас Радель, а Арсений... Вот, мы тут уже разминаемся. Арсений уже вшатал колено. Вон он. Арсений, покажи свое колено, где ты там вшатал? На разминке. Ну это нормально. Как какой-то. Во. Я попробую. Давай сразу туда наверх в стик, вот на следующий. Да. В темп, да-да-да, с двух на две. Да-да. Во, вообще. Он, если что, Колян пришел, короче. Пока разминается, он интересно там. У Арсения челлендж отсюда, с этого бревна, катлип сюда вот. Очень неудобно. Пом, почти на 180, еще и в бок. О, ах да, у меня челлендж. Вот это вот. Куба, сюда, сейфти. Надо попыточку хотя бы отдать. Прикольно. Оказалось проще, чем казалось. Далеко. Ты попробуй хотя бы просто его перепрыгнуть. Давай с ним. Радель. О, почти. Блин, тут, конечно, есть вообще жутно лютая тема. Это вот отсюда, через этот куб, сюда. Ну, не знаю. Арсений сказал, сделано, я видел, что он сделан, но теперь надо это на видео записать, потому что никто не поверит. О, хорош. Четко. Короче, играем в добавки. Пацанами. Калечные добавки. А, все. Одну жизнь потерял, давай. Вот при жизни есть. Да-да-да-да-да, давай дальше. Манка, свое что-нибудь? Ну ладно, нормально. О, нормально. Хорош. Это еще надо запомнить. Или ты хочешь дальше усложнить, да? Да. Ну давай. Давайте, когда уже я проиграл. Потерял жизнь. Давай, у нас по две жизни. Да. Да. Два элемента чисто сюда-сюда на скатывание. Я чисто добавляю один. Давай, 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 давай. Дыши, дыши. Между ног. Да, спрыгиваешь. Дальше свое. 360, нормально. Капец, я сейчас слился в начале самом. Ты сюда баньку? Че ты ржешь? Он вообще не участвует, ржет так стоит. Главное, чтобы он вылетел. Я что вылетел? Нет, другой. Никита? Да. С ним вообще тяжело. Все тоже. У всех по одной. У всех по одной, да, все. Да, на первый вылетит, интересно. Милан, не будем считать это за поражение. И с этой штуки? Назад.
О. И свое. Не подвернул ноги? И полежать. Не, он дошел до конца, а свое не добавил. Как ты? Добавил, полежать. Опа, о! Полежать задание. А, ну вот, да. Вот здесь вот у меня ноги начали умирать. Тур на выбывание у всех по одной жизни. Вот это 360, вообще, короче, не стремимся сюда, все. Я задохнулся. Второе задание. Радель пошел заказывать. Так, погнали. Манки в сейфти. Плюс вначале. Давай, давай. А что это обязательно в КС? Думал, в КРЭ что-то? Нет. Обязательно в КС. Да. Не туда, давай, 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 давай. О. О, хорошо. 360. Только здесь надо одной ногой наступать, а ты двумя. Сейчас тебя штрафовать будет. Ну, когда ты сейфти делаешь, ты на две ноги. Мальчик, отойди, пожалуйста. Видишь, ты две ноги стоишь. Одну, конечно, да. Вот так надо, да. А, 360 не сделал. Так он же сказал, что можно просто приземлиться. Можно? Да. Ладно, ладно. И опять сюда. Надо обязательно так оббежать, да? Да. Помешали. Собачки, да, ладно. Самая аргументированная отговорка, почему могло не получиться. Это было страшно. Не туда побежал, давай. Сейфти. Да. Сюда, 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 сюда. Все. Давай, давай, давай. Реально сбился. Просто приземлился такой, что происходит? Почему я тут? Где я? Кто, кто я? Все. Я соскользнула. В этот раз собака не мешала. Да. Ты все? Третий тур начался. О, вот так надо было. Я туда был. Я заснял. Каждый по одному разу, кстати, выиграл. Да. Осталось мне выиграть. Так ты же еще, значит, не выигрывал, а ты говоришь уже по одному разу. Нормально, нормально. О! Чё... Блин, это будет тяжело. Продолжай, продолжай. Чётенько. Продолжай. Нормально. Вот. Кстати. Yeah.
Ну что это такое, все. Живой? Я выбыл. Давай, если сейчас доделаешь, хотя бы туда залезешь, будет ничья. Зато столько файлов для контента. Сколько просмотров будет. Давай, давай. Смотри, смотри. Он там не залезет по-любому. Уже сил не хватит. О, неужели сейфти нормально сделал? Давай, давай. Давай, залезай, залезай. Передай привет подписчикам. Привет. А, все. Все. На сегодня все. Короче, кто не пришел к тратчику на Урам, думал, что так чисто по лайтам, по тренингам даже снимать не хотел. В итоге пришел я, Павша и Макс. И мы решили поиграть в добавки.